Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Ксюша, на высокий берег, на крутой. Ее называют мисс Катюша. В Захаровский дом культуры Валерия Курнушкина пришла в 5 лет. Именно здесь она спела легендарную песню, которая принесла ей всемирную известность. 6 лет Валерия стала солисткой ансамбля имени Александрова, объездила весь мир. Очень много было запоминающихся выступлений, безусловно, было много гастролей. Китай, Польша, Чехия, Словакия, Франция. По России много было гастролей, и, наверное, самое запоминающееся было в Георгиевском зале Кремля, когда выступали только самые значимые, я вошла в их число. Этот концерт был посвящен 9 мая, где было много различных президентов, в том числе и Владимир Владимирович Путин. Мне даже довелось с ним познакомиться, пообщаться, сделать совместные фотографии. Петь Катюшу в родном Доме культуры не менее волнительно. Юная артистка считает, что любовь к родине должна закладываться с самого детства. У меня прадедушка прошел всю войну, и Катюша вошла именно в мое сердце, в мою жизнь. С моей бабушкой Любовь Николаевной мы очень много смотрели патриотических фильмов, и с самых ранних лет она прививала мне вот это вот творчество. На фоне документальной кинохроники прозвучали патриотические песни от творческих коллективов Захарова. 7-й этап эстафеты «Салют Победе» посвящен городу-герою Смоленску. Мне очень приятно, что мы проводим вообще «Салют Победы» в нашем Одинцовском округе, и что сама идея, вот эта идея Андрея Рубиновича Иванова, она появилась именно у нас. Потому что никто, кроме нас, не сможет сохранить правдивую историческую память о Великой Отечественной войне. Мы должны ее не просто сохранить, мы ее должны передать следующему поколению. И эта память бережно проносится от города к городу по всем населенным пунктам нашего округа. Символы эстафеты, знамя победы, гранаты РПГ-40 и клятва партизан переданы в сельское поселение Чесовское. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».